Так, а еще у меня такой вопрос, раз мы тебя тут поймали, и ты не можешь уйти, ты за рулем. Что ты думаешь по поводу гороскопов? Просто очень часто мне пишут: привет, вообще мне нравится, вот, допустим, ваша шпинель серая, но вы знаете, по гороскопу у меня лунный камень. Он мне не нравится, но, наверное, лучше заказывать его. Вот что ты по этому поводу думаешь? Ты когда-нибудь вообще на гороскоп опиралась, когда ты... Это провокационный вопрос ты задаешь мне. Я Овен, сразу хочу сказать. Я читала гороскопы в детстве, в журналах. Я периодически натыкаюсь на какие-то гороскопы, забавные, веселые. Иногда читаю, иногда сходятся, иногда не сходятся. Я не знаю, какие у меня по гороскопу мне подходят камни. И мне кажется, что я, наверное, вот для себя лично не хочу, пожалуй, знать, потому что если вдруг там будет написано, что опалы мне не подходят и шпинель мне не подходит, я очень сильно расстроюсь. И турмалин параиба тоже. Да, турмалин параиба. Я очень сильно расстроюсь, и вполне возможно, что это повлияет на какие-то мои дальнейшие, там, не знаю, выбор. Может быть, я впаду в депрессию от того, что мне не подходят мои любимые опалы и шпинель. Но, тем не менее, я знаю, что есть люди, для которых это очень важно. Uh-huh. И я знаю, что очень многие действительно от этого строят вообще, в принципе, большинство событий, каких-то покупок, не знаю, приобретений, да, в своей жизни. Точно так же, как, например, китайцы, основываясь на фэншуи, да, каких-то там нумерологии, тоже строят там какие-то свои действия, в принципе, всю жизнь. Вот, поэтому, если вы, для вас это важно, смотрите, читайте. Но хочу сказать, что гороскопы, составленные, я не знаю, как давно они составлялись, и кто был тем самым человеком, который решил, какому знаку зодиака подходит какой камень. Могу с уверенностью сказать, что камней в мире открывается все больше и больше. Еще совсем недавно все были уверены, что сапфиры бывают только синие. И никто вообще даже не знал, что... Бриллианты только белые, да. Поэтому, получая информацию о гороскопах, проверяйте ее, уточняйте. Если у вас есть человек, к которому вы можете обратиться и уточнить конкретно, подходит ли вам этот камень, обращайтесь. Мне кажется, что иметь камень с каким-то большим смыслом, это всегда приятнее. А я вам могу сказать свое мнение по этому поводу, потому что вы его всегда спрашиваете. Во-первых, я считаю, что носить нужно тот камень, который радует твой глаз и сердце. Или глаз и сердце твоей женщины, что намного важнее, да? Вот. Во-первых. Во-вторых, с гороскопами вообще довольно странная вещь. Вы знаете, где мы живем. И я стараюсь изучать, как именно с точки зрения гороскопа к камням и к их цветам относятся тайцы, китайцы, европейцы. Оказалось, что, во-первых, везде по-разному. Вообще совершенно по-разному. То есть на одни и те же даты рождения все мировые культуры нам советуют совершенно разные камни. Во-вторых, смотрите, мы вообще тут в довольно странной ситуации находимся, потому что когда русский человек говорит, что, а я вот, допустим, дева, родился в год козы, да? Что такое дева? Это у нас греческий гороскоп, правильно? А год козы – это китайский, то есть мы свое будущее, свою судьбу, что для нас лучше, что хуже, мы стараемся определять по греческо-китайскому гороскопу, это довольно странно. Более того, я вам скажу, я немножко так увлекаюсь историей, да, что греки про одни камни говорили, ну, разные вещи. Вот, допустим, там изумруд – это здоровье, рубин – это богатство. Римляне, которые были, по сути, практически на той же территории, чуть попозже, да, про эти же камни говорили совершенно другое. Индусы – третье, китайцы – четвертое, японцы – пятое, тайцы – шестое. У тайцев, кстати, тоже есть гороскоп, и там тоже, он тоже имеет отношение к камням. У них, знаете, гороскоп какой прикольный. У них твоя судьба, твой характер, с кем жениться, как жить, какие камни носить, зависит от дня недели.
то есть какой день недели ты родился, от этого все зависит. У них нету близнецов, овнов и всего остального. То есть у них есть воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. От этого все зависит, в том числе и цвет камня. Это довольно странно, необычно. Многие, наверное, этого не знали. Даже какая статуя Будды, вот твоя именно, у каждого дня недели своя статуя Будды, а у среды их даже две. До темноты и после темноты. Вот, то есть такой интересный момент. Поэтому я считаю, что если вы прям очень серьезно к этому относитесь, наверное, надо обращаться к специалистам, у них спрашивать, а не читать в интернете, и тем более не спрашивать у меня, да. А если вы хотите просто красивый камень, нужно выбирать именно то, что будет делать вас счастливым или вашу женщину. На сегодня, я думаю, наверное, пока все. Верона, пока. Прощаемся. Пока. Ой, опять эта штука отвернулась. Верона не попрощалась. Верона, прощайся. Всем пока.